И всем привет! С вами Дирамс, мы продолжаем играть в Minecraft Advent of Divine Aether. И что мы будем делать в этой серии? А в этой серии мы с вами, как вы можете понять, вот по этим очам края, в общем, глазам края. Мы, кстати, разобьем 18 этих дипкейзов, они выпали в... Да ладно, эти штуки можно. В этом, как его зовут, это измерение, которое из Advent of Ascensions мода, а этот Deeplands, глубинная земля, так называемая. Смотрите, как полный набор брони мне выпал в сумме. И он наносит, то есть отражает, грубо говоря, урон ближнего боя, который наносится мне, тем, кто мне его наносит, собственно. Плюс еще вот гемов немножко и прочего. Броник, на самом деле, неплохо. Надо будет зачаровать на неразрушимость. Я тут уже... Есть комплектик один, те штанишки одни. Монетки, кстати, у меня почему-то уже перестали лезть. Вот сюда вот. Какое-то странное количество, 1737 монет ограничений. Ну, кстати, смотрите, они... Точнее, даже кирка не поломалась. Ага, кстати, надо освободить свой сундучок от хлама. Естественно, дракона я сейчас убивать не рассчитываю. Кстати говоря, как там стрелы делаются? Перья нужны. А вот перья-то у меня вообще есть? Это чтобы можно было как-то... Ух ты! Ничего себе, тут вещей понатыкалось. Ни хрена себе. Еще два лука крутых. Фу-ху-ху-ху-ху. 34 максимального урона. Моего 15. Охренеть. Кстати, надо будет визор боу скрафтить, смешать и снять вот с этого зачарования, тогда вот на этот навесить. Так, перья у меня есть вообще? О, есть, отлично. Тогда в таком случае... у меня еще и стрелы есть. Красота. Так, все, снимаем выделение с этого. Ладно, с броней все нормально. С прочностью, по крайней мере. Так, это убираем. Монеты убираем. Здесь тоже. Железки тоже. Потом порядок здесь будем наводить. Стрелы и лодки не убираем. Ага. А, да, долго заряжается. Ну ничего. Вообще не страшно. Так, еда есть. И запасную пачку помидоров стоит взять с собой. Куда? Ой. А ладно, пускай эта хрень тоже здесь лежит. Так, мне бы чуть-чуть побольше этих. Лодок. Потому что одной лодки не хватит. Потом за кадром высажу эти деревья. На лодке пригодятся.
Кстати, мне там с собой верстак тоже понадобится. На всякий случай вторую лодку сделаем. Два события сразу начались. Так. О, куда-то оттуда. А, нет. Я ж потом прямо на кактус. Так, я не буду прям совсем часто их кидать. Сейчас отправимся в ту сторону. По координатам, в принципе. Мы немножечко... Чувствую, далековато мы отправимся с вами. Потому что обычно я так замечал, что крепость находится где-то около какой-то тысячной координаты. Неважно, плюс и минус. Так. А если мы едем туда, значит, либо она будет не около тысячной координаты. Так вот. Дальше, дальше. Эхо рассыпалось. Ну, значит, продолжаем двигаться в том направлении. Ну, там какая-то какие-то острова, земля, суша, прочее. Блин, зачем я кинул еще один? О, поймал даже. Это красота вообще, что я его поймал. Так, камеру примерно в том направлении держишь. Ой, суша. Полная суша. Ну, разбилась. Нет? О, красота. Оружие. Да, черт с ней. Еще бы кактусов встретить. Живых. Было бы неплохо. Потому что с кактусов, в принципе, хорошие вещи в спауне появляются. А вот и он. Так, сфинксы, вы ко мне не подходите. Вас нельзя ближним боем бить. Чего я чую? Охренел? Нет, как адрес, ты ко мне не подходишь. Ты мне не интересен. Что это? Так, все, продолжаем в ту сторону. Опа! Смотрите, резко сменилось. Значит, где-то поблизости уже. Раз так резко сменилось направление. Так, вы чертова хренотень. Ну да, в принципе, быстро расходуется меч. О, голем. Нормально. Так, в том направлении бежи. Бежим. Все еще в том. Ух ты ж. Так, вы издыхаете? Еще гарпия какая-то цветная. Давайте с этого обычного лука постреляем этих. Достали. Не дают в кокцию пострелять. Жаль, что нельзя лук зачаровать на добычу. Называемую. Потому что я когда чисто для интереса в творческом режиме тестировал, это работает. Так что, в принципе, как тут? Здорово. Кстати, зачем я его срубил? Непонятно.
Ох ты. Где-то здесь, кстати говоря. Смотрите. Сейчас очень близко к нам эта крепость. А, баннер выпал. Кстати, что там? Железный нагрудник. Нормально. Кстати, вот этому вот инструменту, который мечик так называемый, неплохо бы неразрушимости вчаровать. Так, где-то вообще поблизости. Так, я его собрал. Ага, все. Где-то здесь. Надеюсь, сейчас в лаву не нырну. Знаете, как не хочется в лаву нырнуть, поэтому... Давайте безопасным способом. Ага, вот она. Вот она, крепость. Сейчас по ней будем 35 часов бродить в поисках самого зала телепортации. Потому как крепость очень... страшно генерируется, на самом деле. Так, вот железная дверь, можно и сныкать. Хоть они ни для чего не нужны. Так, они вообще в пачку стакаются. Эх, нет, значит не будем ныкать особо много. Хотя, ладно, вот эту решетку добуду. Но по факту, зачем она мне нужна? Учитывая, что у меня... Это самая решетка. Начнешь с этого самого железа. Особой проблемы не будет. Так, и здесь у нас... Нет. А где у нас зал? Так, есть смысл еще под землей шмальнуть? Ага, где-то в том направлении. О, опять эти. Радужный. Так. Ты чё? Ой, как надо стрелять, мужик? Облажался ты. Где? Где-то в ту сторону. Ну ладно, будем варварским методом прорываться. Ничего здесь? Да ничего здесь особо. А, здесь я где-то и вкопался. Где-то вообще близко, на самом деле, он. Вот только не очень понятно, где конкретно. Так, там ничего нет. В ту сторону. Значит, как... Давайте вкопаемся куда-нибудь в ту сторону. Заодно аметисты добудем. Ты чё? Я чё постреляю? Скелетик нашелся. Тоже. Ага. Еще вниз. Ну, вниз так вниз. Кто я такой, чтобы спорить с игрой? Ну, кстати... Надо оставить. А вниз-то есть еще? Что-то мне кажется, нет. Да, что-то не то. Немножечко в том направлении. Давайте немножечко поднимемся. В принципе, этих эндерглаз у меня... В общих чертах достаточно. Куда? Нет, он вверх идет. То есть надо мной где-то получается. Но это не то место.
Как так? И здесь нету. Что я туплю? Давайте воспользуемся этой штукой. Ё-моё. Ты уже вообще черт знает где. Ну, у меня эти глазики запутали. Ух ты, охренеть. Да, глазики меня хорошенько запутали. О, инопланетяне прилетели. О, вот и портальный зал. А чё еще раз? Чё еще раз меня звуком вытишили? Игра, издеваешься? Так, портал в Эндер пометили. В таком случае достаем книжку сразу на первый слот. В лес иди. Ладно, эти кирпичи мне, в принципе, не нужны. Кактусы тоже. Щелик тоже. Не сильно. Дверь поставим здесь, чтобы никто сюда не вошел. Типа не пролезут. В лес, сказал. Бесит. Надо было сундук с собой взять. Так вот эту книжку я на всякий случай, если вдруг прям критическая ситуация настанет, мне нужно будет просто мигом свалить оттуда. Так куда я этих убираю? То я сразу возьму, использую эту книжку. И использую ее, чтобы быстро оказаться на спауне. Ну как на спауне, куда она меня там... Она меня куда... Ой. Здрасте. Вообще пустая. Пустой портальный зал был. Ну что? Ну как там говорится? Джеронимо. Гениальные блоки забыл ставить. Только бы сейчас не скинул яму. Урона его я не боюсь. Ага. Судя по карте, он где-то летает. Ага, нормально. Надо будет здесь прямо сейчас уже. Я немножко сейчас накопаю и дорожку сделаю до этой. До... обсидиановая платформа. И вернусь. И вот я доделал эту дорожку, немножко так забыть. Камешком огородил. Чисто этого хватит на то, чтобы он меня сразу не скинул, когда я буду входить. Хотя, в принципе, я могу его сейчас забить, но я пока не планирую его забивать. Кстати, давайте отключу пещерный режим. Ё-моё. Так. Ух, хитрый, что ли? Охренеть он хитрый. Так. Ох ты. Мне что было? Получил опыт на какого-то навыка?
действительно надо подлечиться. Просто в шоке такой в нос получил. И слетел, слинял. А в лес иди. Ты охренел? Мне нужно меч явно посредивать. Чтобы они вздыхали с пары ударов, хотя бы не с трех. Кстати, из Эндера можно какой-то меч сделать. Чу. О, нормально. Кстати, вот эти Эндер Лилии я, пожалуй, тоже буду высаживать. Поскольку они имеют полезность. Я же не всегда буду копаться в пещерах, что у меня эндерперлы будут. Поэтому иногда придется чем-то другим заниматься ради их получения. Ферма эндерлили вполне себе пристойный вариант под то, каким способом получать больше этих. Это вот это что падает? Это сколько там? 80. Да она меня так ушатала. Или это мне еще кто-то другой вшатал? Так, мне... А это за драконом гоняется. В шарахах. Куда ты? Трусливый поучастен. Ох! Ни хрена себе он меня выкинул. Через пол энда перекинул. Ты в лес иди. Драконозавр такой. Не, они что-то очень бешено телепортируются. Так, из этой хрени, по-моему... Или это из этой хрени какой-то? Не, это явно. Ё, я же не регенюсь. Стою такой... Не понимаю, что происходит. А, это. Почетное сопровождение нашего дракона. Так, минус. Минус на минус дает нихреновый минус. Так. Ну вообще я сейчас хочу собрать побольше этих лилий. Чтобы можно было неплохую фермочку сделать. О. Хм. Удивительно, ферма считается. Ой. Лилии учитываются как растение этим модом. Ты бесишь? Ладно. Я принял логичное решение отступить. Ну, благо, теперь я знаю, где портал находится. Это и была моя главная цель. Потратил половину глазёнков. Ну, а теперь мы дома. И мы можем даже призывалку босса сделать. И можем даже призывалку еще одного босса сделать.
И вот этот меч, кстати, хорошая идея сделать. Но это нужно таких шардов накопать. Что, естественно, я делать задолбаюсь. Так, что у меня еще есть? У меня два таких глазенка, кстати. А вот эти, кстати, Enter Shard у меня, по-моему, уже были. Я где-то в обычном мире убивал какого-то моба. Ай, блин, я мало камня. А, нет, камня края достаточно накопал. Так, сколько? Поймал. Так, пока можно сделать... А сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте, в принципе, вот такую вот полоску из трех в три ряда сделаем ее. Естественно, никакая вода тут не нужна. Я просто хочу это сделать именно здесь. Ну, потому что у меня все остальные фермы здесь. Пускай это тоже будет. Заодно она не так близко к моей базе. Так что, когда тут кто-то спаунится будет, ко мне они приходить не будут. Нормально. Так вот будут расти. В будущем будет расти вместе с ними и моя сама моя ферма. Ну а сейчас пока так. Этих у меня тут вон до хрена растет. Даже не знаю, зачем мне их столько. И не думаю, что они вообще мне понадобятся в разумном будущем. Давайте сварим. Сжарим из них эндер. Этот гем. И вот это сюда же. А вот это сюда же. Ну что ж, вот таким вот образом мы с вами сходили в край. Когда-нибудь, скорее всего, к следующей серии я все-таки, надеюсь, закончу хаб. Который, кстати, давайте я покажу, где конкретно и как будет выглядеть. Чтобы... Ладно, будем надеяться, что это не мне что-то кто-то сделал. Так, это не то. Вот. Я сделал точно такое же, можно сказать, помещение, как, ну, как помещение. Пространство, как вот здесь. И здесь у меня будет хаб. То есть, естественно, я немножко его подстрою под себя. И рассчитаю, сколько мне нужно на различных порталов, так сказать. И на каждый портал будет отдельный стенд, там, с каким-то признаком, обозначающим данное место. Например, вот эти вот тыковки из Divine RPG. Вот, например, эта тыковка будет означать ледяной биом. Вот это джунглевый биом. Вот это нижний мир. Ну или вот это нижний мир. Какая пойдет? Вот это или это. Эндер будет означать. В общем, возможно, даже именно такими. То есть вот циклоп, если я какую-нибудь равнину найду, где равнина, то на равнину циклоп хорошо пойдет, потому что они как раз там спаунятся. В общем, в любом случае, на этом я буду заканчивать. Вот здесь вот у меня будет хаб. И, возможно, к следующей серии я уже сделаю сюда несколько телепортов. Мне осталось только придумать дизайн моего помещения. Вот такой универсальный, который будет в каждом месте, где у меня хаб, будет куда вести. Чтобы такой унифицированный дизайн был. Но этим я уже буду заниматься не сейчас и не здесь. Ну, а на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих видео.